Веселая концертная программа, поздравления и, конечно, подарки. Будущих первоклашек в этот день ожидало немало приятных сюрпризов. А чтобы приемные семьи всегда чувствовали себя защищенными, городской администрации проводится еще ряд других подобных мероприятий. И оказывается, материальная поддержка. В плане социальной поддержки семьи такой категории проводится очень много мероприятий. Это и материальная поддержка, связанная с выплатом денежных средств опекунским семьям. Это организация всевозможных мероприятий для ребят этой категории, с игрушками, с поздравлениями, со всевозможными также мерами психологической и педагогической поддержки. Большинство детей уже полностью готовы к школе и с нетерпением ждут 1 сентября. Благодаря помощи города их родители смогли приобрести все необходимое для учебы и не волноваться о том, что ребенок окажется неподготовленным к занятиям. Я уверен, что эти детки будут достойное место занимать в нашем обществе. И вот с какой радостью они получали подарки. Мы все, что могли. Мы и денежный подарок, и портфели. И я хочу, пользуясь случаем, благодарить спонсору, которые участвовали в этом во всем. Каждый год мы все будем лучше организовывать эти встречи и больше достойнее подарки им дарить. Приобретение рюкзаков, укомплектованных необходимыми канцелярскими товарами и других подарков, стало возможным за счет традиционной акции «Город детям», в которой в этом году приняли участие как организации, так и индивидуальные предприниматели. Мы готовы к школе уже. В этом году нам очень хорошо помогли наши городские власти. Дали костюм к школе, обеспечили книгами, канцелярскими товарами. Кроме этого, во время торжественной встречи будущие первоклассники получили билеты на участие в ряде интересных, познавательных и спортивных мероприятий. Екатерина Зодина, Евгений Седачев, события Брянск.